Приветствую всех, всем здравствуйте, друзья, подписчики, всем, кто смотрит мой канал. Сегодня у нас 22 июня 2019 года, время 10:30 дня. И коротенький анонсик моего одиночного похода в ПВД, поход выходного дня, на нижний водопад реки Дедеркой, где мы сейчас и находимся. Я вот буквально только-только вышел на реку. Вот. По дороге я там еще пару роликов запишу на водопаде. И так, может быть, там по дороге что-то. И уже по приходу соединю. Вот. А так снимаю фильм, как всегда. Ежегодный фильм. О, да, красота какая. Эти пласты, отложения, это дно бывшего океана Отис. Миллиарды, миллиарды лет. Или миллионы. И вот эти вот пласты идут, то есть это часто встречается в горах. Рисуют такие картины, вертикальные, горизонтальные, вот как здесь волнами. Вот, и дальше туда, там вообще. Вот, так что еще пару роликов, наверное, запишу просто для интереса, потому что люди сейчас только начинают уже приезжать. Вот, может быть, кому-то будет и интересно. Вот, где чего находится. Вот, а в фильме я уже отражу, как более подробно дойти, где какой родничок находится. Вот, как лучше, где лучше свернуть. По сути, вот как я хожу, я все сейчас и снимаю. Вот. И вот вам, пожалуйста, самый первый хороший родничок. Вот он. Вода чистейшая. И родничок еще есть по дороге до поселка. Вот там, собственно, мимо не пройдешь. Вот. Ну что, остается пожелать всех благ вам. Видео уже потом приду, там солью уже по Wi-Fi. Вот пока все новости. Взял с собой газ, газовую горелку, перекусон. Все по-простому. У меня сегодня без ночевки, потому что времени у меня мало. 25-го мне уже надо отсюда утром уезжать. Вот, тут осталось буквально пару дней. Вот так вот быстро бежит время. Ну все, пока. До будущих видео, друзья. Всем привет и с горной реки Дедеркой. Да, еще раз всем привет. У нас продолжение. Итак, зашел я, побыл на своем местечке, я там показал. В фильме посмотрите, как сюда поточнее дойти, где свернуть на этот водопад, а то можно проскочить. Вот, здесь, значит, такой своего рода каньончик. Подниматься довольно просто, то есть вообще маршрут несложный. Я прошел, даже не намочил ног. Вот, и вот сам водопадик такой, если его назвать так громко водопад. Места, конечно... Ну, в этом году воды мало, а место очень положительное. Оно тихое такое. Вот посмотрите тех, кто просто не сможет побыть здесь, да? Вот, это место силы. Ой! Здесь вот такая ванночка, их по дороге много. И сам этот водопад находится как в чашке. Вот он. Метров, ну, 10, наверное, точняк есть, если не больше. Слышите, как приятно шумит?
на второй водопад, то есть я уже говорил, да, идем дальше по реке. Как начнутся валуны, знайте, что вы уже на подходе. И здесь тоже смотрите, как красиво. Вот только здесь деревьев навалило, видать, ураган был. Вот. Побуду здесь минут 10. И будем возвращаться назад. Значит, у меня по навигатору показало 6,5 километров около этого. Вот. И шел я сюда почти 3 часа. Но я останавливался на перекуры не спеша. Вот. То есть 2,5 часа, грубо говоря, берите. Давайте еще раз посмотрим этот водопадик. И на обратном пути я сейчас пойду, обещал показать там вот эту новую базу отдыха. Атлант она, да? Или как там называется, я забыл. Сейчас подойдем, покажу потом. Вот. Значит, дойти сюда, еще раз говорю, довольно просто, маршрут простой, в общем, ничего сложного. Ходят мамочки с детками, родители, кто просто в первый раз, спокойно сюда дойти можно. Просто прогуляться по реке, можно и сюда сходить, подняться, ничего сложного нет. Водички с собой возьмите, газовую горелочку, если что-нибудь горяченького, вот. Перекусить там бутербродиков или что. Вот и все, и будет вам прекрасный поход выходного дня. Вот, а так на крайняк сюда джипинг гоняют с города или с этого. Вот, можете просто заброситься сюда, а отсюда идти пешком уже обратно в Дедеркой. Или там куда вам. Вот, тут лучше, конечно, прогуляться туда-обратно, не спеша, не напрягаясь. Вот, тут по воде идти не нужно. Вот, я вон сейчас шел, ног вообще не намочил. Вот. Ну что, значит, еще ролик один сниму. И, наверное, приду, все это дело вместе сразу объединю и солью. Вот, это для... того, что сейчас вот люди приезжают, да, может, кому-то заинтересовало. Вот. Будет фильм, я там рассказал все как можно подробно. Вот. Ждем продолжения. Еще один ролик. Прекрасное место.